Муниципальные служащие Хангаласского района следят за собой. Руководство Улусной администрации обязало сотрудников раз в неделю посещать спортзал. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Не зря говорят: в здоровом теле – здоровый дух. Вот и администрация Хангаласского района решила внести вклад в дело оздоровления населения. И начала с собственных сотрудников. Уже на протяжении месяца каждая среда недели теперь проходит под эгидой здорового образа жизни. После рабочего дня руководители и специалисты различных управлений и департаментов в 18:30 дружно направляются в местный спортивный комплекс. Это в первую очередь, конечно, популяризация здорового образа жизни и спорта. Ну и во-вторых, это, значит, командообразование. То есть, когда мы, значит, образуем команду по массовым видам спорта, мы формируем отношения, которые будут помогать нам в работе. В Покровском спорткомплексе созданы все условия для занятий спортом. Большой спортивный зал, где муниципалы предпочитают играть в волейбол. Тренажерный зал с достаточным количеством спортинвентаря. Раздевалки, душ, уборная. Спорт важен каждому для того, чтобы свое здоровье улучшить. Хотелось бы неделю, два, три раза. Но один раз это пока еще ничего, я думаю. Ну, я считаю, что спорт, он всегда как бы полезен, он наоборот разряжает. Человек получает энергию, обмен веществ улучшается. Ну, это сплачивает коллектив в первую очередь. К занятиям спортом планируется привлечь как минимум 50% работников Улусной администрации, а их сейчас насчитывается 80 человек. Также планируется увеличить количество оздоровительных дней, а для самых активных посетителей спортзала из числа муниципалов будет действовать поощрительная система. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Хангаласский Улус.